Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 9 Pro Plus. И сейчас я покажу вам, как настроить дату и время на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел расширенные системные настройки и выбираем здесь дату и время. Отключаем автоматически устанавливать время, и теперь мы вручную можем выбрать день, месяц и год. И также вручную мы можем выбрать время, часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.